Всем привет! Сейчас я вам покажу лимфодренажную гимнастику, которую вы можете делать с утра. Вот как проснулись, сразу же начинаете делать. Это будет иметь оздоровительный эффект, это взбодрит вас, ваш организм и повысит энергию. Итак, как мы начинаем? Мы начинаем простукивать голову, вот подушечками простукиваем голову. Начинаем бить себя по плечам. Можно достаточно сильно, такие хлопочки не бьем, а делаем такие хлопки, да? Начинаем растирать руки. Растираем, растираем, растираем. И глазам приложили. И опять растираем. И к животу. Растираем. И к ногам. Угу. Теперь начинаем бить себя по руке. Такие похлопывания, хлопочки. И остановимся на локте. Начинаем похлопывать себя подмышками и уходим вниз. Другую руку точно так же. Разгоняем нашу лимфу и задержались здесь подмышкой. И начинаем бить ее по груди. Букву А, по животу, по лимфе. И теперь ноги делаем вместе и бьем себя по ногам. Такие хлопки по ногам. Бьем себя по попе и наклоняемся вперед и бьем себя по почкам. Начинаем делать хлопки по ногам. По коленкам. Угу, поднялись и чуть-чуть встряхнулись. Такая небольшая тряска всего тела. Трясемся, сбрасываем всю негативную энергию и начинаем трясти руки на уровне головы. И начинаем делать хлопки над головой. И закончили. Итак, мы только что проделали лимфодренажную гимнастику. Ее, как я сказала, лучше делать с утра на голодный желудок, как только вы проснулись. И эта гимнастика имеет оздоровительный эффект, также повышает энергию. С вами была я, Екатерина Юрочкина. До новых встреч!